Расскажите про нишу, как играть с ребенком дома. Это не ниша. Это ниша. Вот как играть с ребенком дома, это не ниша. Ниша – дети. Давайте мы следующая ниша, это, как по вашим просьбам, называется дети. То есть дети – все, что связано с детьми. Это вторая наша ниша в нашем хит-параде. И давайте разберем, как же на этом можно замечательно заработать. Вот здесь очень и очень просто, потому что здесь я уже, поднаторел. У меня есть дети, я консультирую каналы детские, семейные каналы и знаю боли. Боли родителей, которые сейчас, в данный момент сидят. И знаете, что у них сейчас? Они устали. Они устали, они хотят, о том, что они хотят секса, мы об этом поговорим в еще одной нише, это будет ниша дальше. А сейчас ниша про детей. Вот есть, представьте, боль. Двухкомнатная квартира, муж и жена, двое детей. Муж и жена, двое детей. Каждый день ребенок в школу не ходит, он дома. Муж на работу не ходит, он дома. Жена на работу не ходит, у них, сука, кромешный ад. Потому что 3 дня это выдержать окей. Неделю, так себе. 10 дней, уже начинается скрип. Через 2 недели брак дает трещину. Потому что все друг от друга устали, и тут приходите вы в сказочном костюме Бэтмена и начинаете спасать ситуацию. И предлагаете этой семье, что вы ребенку или этим двум дедушкам поиграете с ними, в лото, расскажете им сказку, прочитаете, поиграете с ним в игру, поиграйте с ним во что-нибудь, какую-нибудь там сказки, прибаутки, скороговорки, да? То есть онлайн. Вот сейчас у меня передо мной 4 монитора. У вас же есть большой телевизор. Представляете, когда ваш какой-нибудь наемный сотрудник будет с вашими детьми разговаривать через телевизор и читать им сказки, учить английский язык, рассказывать про тараканов, то есть как-то их завлекать, вместе рисовать. Вы же умеете рисовать. Почему вы не можете сейчас сказать, я научу вашего малыша рисовать солнышко и лужайку? Классно. Урок рисования онлайн. Соберете 5 малышей, с каждой семьи по 100 рублей, 500 рублей в час. Вот так это работает, больше никак. Потом эта семья, она подумает, вау, как классно, у нас дома было тихо. У нас дома было 2 часа тихо, потом дети поели, потом пришли, опять вызвали тетю. Дети командуют бюджетами родителей. Всегда это было. И поэтому, если вы как-то начали играть, вместе читать, рисовать, плясать, какие-нибудь истории рассказывать, Марк Твена, «Маленького принца» читать, представьте, то есть станьте Шахрезадой с 1001 сказкой на ночь. Станьте тем, кто детям рассказывает сказки. Как помните, раньше все собирались на колыбельную, «Спокойной ночи, малыши». Город замирал, потому что все дети смотрели. Так и вы станьте этим, кто рассказывает. По онлайну это можно. Понимаете? У вас же есть навыки, но вы ноете. Вы приходите «Ой, все пропало», ничего есть. Другие зарабатывают. Записывайте видеоуроки, записывайте, то есть это первая часть, развлекалово. Вторая часть, мне сейчас боль. Решаете боль, получаете деньги от родителей. Всегда так было. Какая боль? Вот ко мне приходит сейчас девушка, говорит, а нас отправили на удаленное обучение. У нее ребенок живет, и она живет в маленьком городке. Вот там я подозреваю, что там до сих пор учителя думают, что в интернете разврат, скачанные пиратские видео и одноклассники. Все. Как они будут этих детей обучать онлайн? Им с Горано приказали обучать. Я думаю, что те люди в Горано, они до сих пор настолько оторваны от земли, если их выпустить в город, они думают до сих пор, что там в метро ходят по жетонам и в телефон-автомат тоже звонят по 15 копеек. Они оторваны. И тут приходите вы
и говорите: здравствуйте, я хорошо знаю математику и могу помочь вашему сыну, как называется, понять, как делить там дроби. Все, предложение дали, организация учебы, организация удаленной обучения. Да, если вы в школе, если вы, допустим, бухгалтер и в школе знали хорошо физику, то это не мешает вам сделать уроки по физике. Начните делать занимательную физику. Вот я сейчас ищу занимательную физику. Я нашел классную астрономию. Не астрологию, а астрономию. Это важно. Да? Потом у меня оказалось, что сын очень плавает в правилах там по математике. Да? Мы тут же начали в интернете искать человека и нашли рядом в нашей команде. Есть замечательный, ой, а мне нравится, я даже не знал. Вы не знаете боли. Если вы не знаете боли, вы не умеете их решать. Но если вы начнете спрашивать, может быть, у вас соседский мальчик вполне себе сейчас... Я не знаю математики так хорошо, как она, допустим, для 7 класса. Я это признаю. Я не делаю мину кирпичом и говорю: ну как ты не знаешь, что такое там это деление там, как поделить на корень там или как вычислить там корень в квадрате, я не знаю. Ну вот у меня, если я вспомню, но мне не надо, я готов признать, но я готов кому-то делегировать это все дело. Понимаете? То есть и получается, что есть те, кто нуждается, а вы это можете. И вместо того, чтобы ныть, давайте решение. Опять же, вот пока сейчас делайте каналы обучающие, образовательные для детей. Ну и что, что вы там, не знаю, условно, токарь-фрезеровщик? Ну и что, если вы грамотно, просто можете объяснить законы физики, законы притяжения, не знаю, законы математики, если вы можете понять, что и объяснить, что пифагоровы штаны во все стороны равны, то это нормально. Людям все равно, кто вы такой, им важно, какой результат вы даете их детям. И поэтому, резюмируя, вам надо решить проблему, отвлечь, развлечь, увлечь, научить детей, пока родители решают свои вопросы. И если вы сделаете офер, предложение, грамотное предложение, то это все просто. Вы начнете, опять же, не надо думать, что вы тут же заработаете там, не знаю, десятки тысяч рублей в день. Нет, начинайте с малого, ищите, пробуйте, потому что вы можете себя найти там, где вы даже не думали. Потом у вас через полгода будет озарение. Помнишь Машку? Помню. Она там шила в ателье какие-то юбки, да, а теперь физику преподает, у нее курсы. И она уже вот сейчас собирается улетать на Мальдивы, потому что она продает 200 курсов в день, по 1000 рублей каждый, у нее доход 200 тысяч, а вы до сих пор будете ныть, понимаете? Потому что Россия большая, проблем много, а здесь не работает английский, англоязычный контент. Уже сейчас решать проблемы детей можно и нужно, как это грубо не звучало, за счет родителей. Потому что родители, вот давайте честно скажу, готов ли я, если вы прямо сейчас придете и скажете, что Александр, я готова за 2 недели увлечь вашего 11-летнего сына физикой так, что он зажжется и будет знать, хотеть, как губка впитывать знания. Все это стоит 3000 рублей. Окей, скажу я, почему нет? В онлайне встречаемся 3 раза в неделю в удобное для вас время. Все, график расписали, получили от меня отзыв, рекомендацию, дальше пошли другим детям. Почему нет? Почему вы начинаете все время какие-то дебри развлекательного, какие-то либо все, либо ничего? Потому что у вас, и мы про это часто говорим, очень часто есть установки. Это таракан. Таракан установочный, который вам рассказывает о том, что это никому не надо. Вот ты кто? Физик? Есть учителя по физике, которые это все расскажут. А ты вот сиди и молчи. Сказку. Родители сами прочитают себе сказку и своему сыну и не готовы за это платить. Готовы и платят. И платят очень хорошо. Знаете? Очень хорошо платят. Потому что ко мне приходят люди, которым лень учить правила YouTube.
приходят ко мне на консультацию, и я им это рассказываю. Ко мне приходят фрилансеры, которые хотят получить свой первый заказ за ошибками. Я показываю. Ко мне приходят люди сейчас, которые помоги мне нанять удаленного сотрудника, и я им это даю. Приходят те, кто не знают, как назвать видео. Казалось бы, но что там называть? Вам просто. Для некоторых сварить яйцо в смятку проблема, а для кого-то сделать, не знаю, какую-нибудь там утку по-пекински, это там, ну что, ну, 2 часа я сделаю, что там ее делать. Понимаете? Поэтому решайте проблему, и будет у вас все хорошо.